У нас сейчас много разговоров в обществе идет о фигурах Бандеры и Шухевича. В Киеве переименованы, насколько вы, наверное, знаете, проспекты в честь Бандеры и Шухевича. Я был единственным депутатом Киевсовета, из которого ушел после этого, который проголосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. Скажите, пожалуйста, что за фигуры Бандера и Шухевич? Что вы о них знаете? Они боевики, ультранационалисты, так сказать, люди, которые, как и сегодняшние, так сказать, вот, исламисты, они отстаивали свою идею независимости Украины, боролись против Польши, боролись против Советского Союза до последнего. Люди очень жестокие. Я бы не переименовал в их честь эти самые проспекты. Но когда сегодня Украина, так сказать, она пытается найти самоидентификацию, так сказать, она ищет своих героев. И раньше герои были там Щерс, а сейчас это может быть Шухевич или Петлюра.